Высокое содержание плесени нашли в чаях нескольких торговых марок. Товар уже изымают с полок магазинов. В страну запрещен ввоз продукции крупного российского производителя. Она занимала значимую часть рынка. Запрет на ввоз, реализацию, хранение, транспортировку и использование товара временный. Может быть отменен, если производитель устранит замечание. Это чаи, которые известны нашим потребителям под торговым маркам «Принцесса Гита», «Принцесса Канди», производителем которых является Ореми. Превышение доходило до уровня в 3-3,5 раза. Но все дело в том, что важно обратить внимание, что гигиенические нормативы при их разработке и установлении устанавливаются со значительным запасом. То есть выявленное несоответствие не свидетельствует о том, что уже причинен вред здоровью и жизни нашего населения. То есть мы работаем над тем, чтобы предотвратить данное причинение вреда. Производитель заинтересован в поставке безопасных товаров на наш рынок. Нарушения могут быть связаны как с изготовлением, так и хранением. Их обещают устранить в короткий срок.